Видео подготовлено сайтом онлайн gdz.net. Сейчас мы выполним упражнение номер 6 на странице 70 учебника математики для 3 класса автора Моро. Площадь 1/12 части квадрата 3 сантиметра квадратных. Найди площадь всего квадрата. Итак, 1/12 равна 3 сантиметра квадратных. Чтобы таких 12 частей 12. Чтобы узнать площадь всего квадрата, нужно по 3 взять 12 раз. 3 умножаем на 12. 3 на 10 равно 30. 3 на 2 равно 6. 36 сантиметров квадратных площадь всего квадрата. Начерти квадрат, площадь которого равна площади прямоугольника со сторонами 2 сантиметра и 8 сантиметров. Найди периметр этого квадрата. Давайте мы сначала найдем площадь прямоугольника со сторонами 2 сантиметра и 8 сантиметров. Чтобы найти площадь, длину умножаем на ширину 2, умножаем на 8. Получается 16 сантиметров квадратных площадь прямоугольника. И, соответственно, столько же должна быть площадь квадрата. 16 сантиметров квадратных. Чтобы узнать длину одной его стороны, 16 разделим на 4. Потому что у квадрата 4 одинаковые стороны. Получится 4 сантиметра длина одной стороны квадрата. Вот мы начертили этот квадрат. Чтобы узнать его площадь, чтобы узнать его периметр, нужно к 4 прибавить 4, прибавить 4, прибавить 4. То есть по 4 взять 4 раза. Получится 16 сантиметров периметр этого квадрата. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.